Был упаковщиком багажа в аэропорту, стал генеральным директором, открыл свою компанию. Каждый день на протяжении 20 лет Виктор Николишин проводит в цеху. Под его руководством здесь разрабатывают и создают оборудование для упаковки багажа. Это первый в России производитель таких агрегатов. Работа ответственная. От нее зависит сохранность вещей пассажиров, поэтому важна каждая деталь. Первый раз пройдет, да? Все началось с небольшого гаража, теперь здесь полноценное производство. Такие машины, которые делают в Химках, уже есть почти во всех аэропортах России и странах ближнего зарубежья. 3 года назад выпустили новые модели – компактные, производительные и надежные. Они позволяют в режиме онлайн контролировать весь процесс упаковки. Такой успех компания получила благодаря активной работе, но без поддержки было бы тяжелее. Мы участвовали в программе по оказанию поддержки бизнеса, малого предпринимательства, в частности, подавали заявку на субсидию. То есть наша заявка была рассмотрена, одобрена, и мы получили субсидию там, для развития малого бизнеса на покупку оборудования. Вот, то есть это тоже как бы вклад администрации в наше развитие. Почти все сотрудники работают в индустрии несколько десятков лет. Многие сами упаковывали багаж, не понаслышке знают все тонкости. Раньше на чужом оборудовании работали, теперь свое выпускаем. Территории расширяем, объемы увеличиваем, новые модели разрабатываем. Свое применение эти машины найдут не только в аэропортах. Они упрощают работу торговых центров, складов, почты. В планах внедрить оборудование химкинской компании по всему миру. Алена Беляева, Ксения Брагина, Николай Забродин, служба новостей.